Дим, я половину нычек на этой карте уже нашел. Да? Блин, да я честно скажу, это очень сложно видно. Очень сложно. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Профит, Гусанёк, Угабуга, Пингвинус, Подлючка, Заварной кофе, Васаби. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем салам алейкум, братья! Ребята, у нас сегодня очень классная рубрика, которую мы записывали раньше, но мы решили добавить немножечко изюминки. У нас сегодня камуфляжные прятки. Пацаны наложили разные текстуры, и они теперь сливаются с этой местностью. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем режим прятки. Мне вообще интересно, я хоть кого-то найду на этой карте. Дима, ты возле бассейна там ходишь, я тебя вижу. Ой, Дима, я слышу. Отлично, кстати, знаете, в чем большой минус был? Я видел никнейм. Как бы это исправить? А как это можно было исправить? А никак. А никак. Я ж не могу камерой по башке бить и, допустим... А можно как-то будет вообще команду прописать, чтобы не было никнейма видно? Есть такая команда? Как вы думаете? Можно мод найти. Все, ребята, мы тогда в следующий раз немножечко изменим, еще жестче сделаем. Блин, если бы не сказали, что он там сидит, или кто меня видит, я бы никогда бы не увидел его в воде. Вот это вы не говорите, что вы меня видите, это некрасиво. Вообще, честно скажу, вы увидите на записи, я ничего не видел. Я просто от фонаря стрелял и уже никнейм потом подсветился. Я не знал, что ты кофе там сидит. Ну... Это было маяночка изначально. А, так я ты что, сдал заварной кофе? Ах ты! Друг называется. Видите, ребята, как у нас записывают люди какие? Подписал. Верный приговор. Так, так, так. Ну что, я теперь, получается, смогу видеть, только когда подсвечу оружием. Ну мы это исправим, обязательно исправим. Так, я думаю, что тут по-любому кто-то сидит. Кстати, вообще нычка была классная. Блин, я что-то не додумался, что будет никнеймы видно. Но ничего, знаете, это как бы пробная версия, и в следующий раз мы улучшим ее. В принципе, можно убивать подсрачником, но я думаю, что есть такая команда, которая убивает надписи никнеймов. Убивает, убирает. Так, я уже, получается, двоих нашел. Очень сложно, очень. Ну просто нереально сложно вас тут всех найти. Надо, знаете, конкретно наводиться на игрока, чтобы кого-то увидеть. А ну в воде тут никого нету. Нету. Пингвинуса увидел. Я что-то подумал, что реально вы теперь все в воде будете ныкаться. Ну очень сложно. Вот если так сверху смотреть, не видно игрока. Только когда я нырнул под воду и прицелился, тогда вот было очертание человека видно. Нет, Дим, если ты не слепой, то увидишь человека сразу. Я серьезно говорю, увидишь на записи, вот прям вообще сложно видно в воде. Когда вы эффект воды налаживаете. Дим, я половину нычек на этой карте уже нашел. Да? Блин, да я честно скажу, это очень сложно видно. Очень сложно. Это прям, знаете, ну если бы никнейм не подсвечивался, не увидел бы. Опа, слышу, слышу выстрелы. Вы слышу, помните, что можно убегать. А мы зачем? Пока не будем. А зачем, если мы и так хорошо спрятались? А, вы прям жестко, да, пацаны, заныкались? Ну, я только что видел Диму. Вот зачем ты это говоришь? Зачем? О, еще нашли. А так заварной кофе уже вроде я нашел. Вы что, друг друга мочите? Просто вообще с ганом стоит. А, понял. Мама, наверное, позвала трусы стирать. О, этот, покушать. Ребята, настроение отличнейшее. Так что не забываем влепить лайкосик, подписаться. Мы выпускаем ролики каждый день. Если вы хотите попасть к нам в ролик и записаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Любой может зайти. Конечно, любой. У нас очень часто новенькие заходят. Каждую неделю, думаю, человек 5-6 попадает. Кстати, вон они под картой бегают, под картой. Да, я вижу. Так, давайте перекличку. Кого мы не нашли? О, смотрите, вот как с текстурой игрок выглядит. Васаби и Санька. Троих еще ищем. Троих. Так, а ну стой, 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 кто-то побежал с автоматом по ступенькам, давай вместе поищем. Да, это вообще заварный кофе. Как ты думаешь, где они вообще заныкались? Думаю, где-то наверху. Идем наверх, идем. Они сказали, о, давай на самый верх, да, может тут... В текстурах, да? А может вот тут где-то кто-то сидит?
Кстати, да. Ну классно, камуфляжные прятки вообще, если честно, мне зашли. Такая, знаете, идея прикольная очень. Так. Теперь в глаза никто не бросается, надо чисто наводиться, искать. Тихо, ты по мне не стреляй. Есть, гусанек. Я выстрелы слышал, да, ну. На крыше вот. На крыше, да, сидел? Да. Так, как же нам теперь какое-то оружие такое, чтобы игроки не подсвечивались? Надо будет в следующий раз очень сильно продумать. Чё-то я не додумался, что будет и никнеймы видно. Я бы, наверное, ещё поискал бы вас. Саби, блин, чё ж ты меня застопил? Так, получается еще один или двое, да, еще? Двое. Саня, не стреляй! А что ж... А, я сам себя убил, вот идиот. О, васаби слился, красавела, брателла. Я выиграл? А за... Так, давайте, кого мы ищем еще, пацаны? Меня. Кошмарный ты Бонни. Тем меня нашли. Тут в подвал есть, Дима, тут подвал. Да? Да, тут есть подземное помещение, и тут прятались. Офигеть. Второй раунд начался. Теперь не обязательно, ребята, искать прям какие-то жесткие нычки. Обязательно можно просто сесть и не палиться. Главное, что не двигаться, правильно? Да, да. Так. Я тоже двигался. Кому он первого убьет, тот самый неумеха по пряткам. Убивай Диму. А я тут при чем? Не надо мне убивать. Все текстуры такие прикольные. Они и видимые, и невидимые. Ну да, как бы, знаете, оно не бросается в глаза. Ну что за это, Уга-Буга, расскажи, как впечатления? Крутые. Крутые, сложно, да? Но Дим, да. А знаешь, в чем проблема? Да. Он ведь с эффектом, и тут сложно решить, это свой или не свой? Не, ну... Ну да. Так не, если он еще никого не нашел, то все чужие. Я еще возьму автомат. А если кто-то будет своих чужих... Ой, своих... Так, ну пока мы сидим. Есть, нашел! Отлично. Подлючка, ну что, ты самый неумеха в этом ролике, пока мисс что. Я думал, что, конечно, меня первого убьют, ну то ладно, я еще целый. Я тоже на это надеялся. Что, меня первого убьют? Да. Да блин, надо было убегать! Да. Ну фух, слава богу, хорошо, что я все равно не первый. Блин, ну вроде нычка такая простая. Знаете, надо было мне другую текстуру наложить. А какую другую? Я даже не знаю, какую можно было другую текстуру мне наложить. А тут либо ты полностью невидимый, либо тебе прям цвет очень сильно отличается. Может, в следующий раз делаем вообще себя невидимыми? Вот это будет вообще жесть. Кстати, хорошая идея, наверное, сделать себя невидимкой. Только надо будет открытую карту взять какую-то. Да не, вот такую карту, тогда просто, чтобы никнеймы подсвечивались. А, так они и будут. А не, я же хотел команду найти, где не будет подсвечиваться. Ой, так... Нет. Я думаю, что кто-то вот здесь вот на крышах сидит. Ага, Уга-Буга наш. Ну, не убил. Я только же тебе не... Убили? Не убили. Это у нас получается, кто убили. Ищет? Сколько человек ищет сейчас? Трое. А я же... Ой, это наш. Ай. Ай, васаби, красавчик, слился, молодец. Так, да давайте вот тут в воде. В воде никого нету. Вы меня задолбали. Сейчас пойду, сейчас убью. Так, ты, конечно, знаешь уже, где кто заныкался. Конечно, умничать. Любой может. Тебе кажется. Дима, ты сейчас просто был... Да это я, не стреляйте! Я же с автомата, вы что стреляете по мне? Не увидел. Дима, ты был в метре просто. Я был рядом? Берите дробаш. Вообще, я тебе передать не могу. Просто передо мной я тебя видел. А ты ныкаешься? Конечно. А где ты? Кто-то ходит, слышу. Ой. Ой. Своего. Так, блин, а где он заныкался? Представляете, как вот рядом можно заныкаться и не видно? Мне столько людей пробежало, это просто жесть. Так, а где ты? Надо тебя найти. У меня есть идея. Короче, я сейчас буду гасить своих, которые убивают. Не, не надо своих. Вот тут сидит полюбасу, наверное. Полюбасу, наверное. Молодец. Так, может здесь? Может здесь, а может тут, это все слова. Так, повторюха-муха у нас туда появилась. Я видел, пингвинус куда-то убежал. А здесь никого нету. Пингвинус, красава. А он не убегал никуда. Прикол в том, что я все это время на месте сижу. Да, я даже знаю, где он. Только... Он тоже знает. Мне просто читерная нычка. Читерная? Вот.
меня будет. Ничего. Да это я, ну что ты делаешь? Аж с автоматом хожу. Нет. Началось, вы чё? Это нычка на самом видном месте. Но с помощью этой нычки я могу смотреть сквозь текстуры. Опять же я напади быстрее. То есть меня очень даже хорошо видно. Да? Дима, ты какая-то прям хорошая мишень, опять по тебе стрелял. Да я понимаю. Я привык, что я играю с косожопами. Ой, косоглазыми. Я тебя сейчас найду. Давай ищи пацанов. Кто последний этот будет найден, и тот будет лучшим игроком. Уга-буга уже, в принципе, и так один из лучших, но сейчас будет второй. Два игрока у нас будет. Да. Смотрите, знаете, второй раунд уже прям посложнее. Пингвинус, ты убежал? Есть! Молодец! А где он был? Он, короче, где текстурки на крыше сидел в уголке. Пингвинус, ты же убежал, да? Нет. Он меня не заметил. Так, значит, на крыше где-то, да, еще кто-то шкерится? Вот смотрите, как сложно видно. Вот знаете, вот прям вот, ну не видно, надо прям прицеливаться. Еще остался Саня. И кто еще? Саня и Пингвинус. Недалеко друг от друга. И Профит. То есть трое опять. Где? Найдем. Я, кажется, знаю, где может быть человек один. А лучше где двое, ты должен был знать. Может, тут где-то кто-то шкерится, не? А нычка была бы хорошая. О, кнопка. Что эта кнопка сделала? О, это я нажал кнопка. Офигеть. Я нажал, Дим. Так я нажал там, и ты нажал? Это я нажал. Что-то открылось. Может, тут кто-то сидит? Нет, никого нет, никого. Странно, лестница деревянная, а звук металла. Кнопка, Дима, тут нету кнопки. Не, нажал там такая, как... Ну, не буду тебе рассказывать, на записи увидишь. Могу сказать одно, что мы недалеко друг от друга. Давайте подсказки. Нет! Мы должны найти так, это нечестно. Да. Какие подсказки? Карта и так манипусенькая. На крыше куча нычек можно. Так, может, тут кто-то шкерится? Давайте здесь пройдем. Я думаю, что по-любому здесь кто-то сидит. Может, там кто-то сидит? Тут? Никого. Вы чё? Ооо! А, так это... А вы чё, издеваетесь? Вы чё друг друга мочите? Я увидел невидимую ногу, стрельнул, потом думаю, 4 хп. Ты вообще думать не умеешь? Да. Понял. Кого сейчас найдут, тот получает бронзу. Да. О, кстати, да, это будет правда, да. Как бегает? Это на. Блин, да реально, пацаны, вы хорошо заныкались. Они вообще, может, они за карту вылетели за пределы? Думаешь? Нет, вообще. Да, не, наверное. У меня возможно. Вот прям честное слово, у меня тоже. Если прям хорошо. Нашли? Да нет, устреляют, проверяют. Блин, пацаны, вы хорошо заныкались, прям прекрасно. Значит, всем золото, да. Значит, всем золото сразу надо. Какие давать. Золото? Деревянные трусы. Я начинаю простреливать такие места, где они могут сидеть. Давай. Долго будешь. А вы точно, пацаны, заныкались в честных местах? Да. Я в самом видном месте. У меня столько людей. Фига тут нычки. Он как-то замолчал, возле него кто-то был. Да, всегда, когда мимо проходит, начинает сжиматься одно место. Ой, Дима. Да я специально. Конечно. Тут, оказывается, есть секретные проходы. Причем очень много. Так, я вот смотрю, где же они еще могут быть? Вот прям, знаете, вот тут, мне кажется, кто-то есть. Дима. Да. У меня это место раз 50 сжалось. Нормально у тебя. Вот я вижу сейчас Васаби. Так, Васаби, давай ищи его. Где он? Я тебя найду. Я считаю, что второй раунд прям вообще эпический получается. Первый как-то быстро мы сыграли, а второй пацаны уже подлобались и поняли, что можно сильно заныкаться. Есть! А, нет. Ой, в попе шерсть. Давайте подсказки. Вы на улице или в помещении? Да, а мы на улице. На улице? Реально, все вот отвечаю на улице. Так. Ты меня собрал, я тебя побью. Не, ну если они ж не будут, они ж не ты. Я бы и Сане не верю.
Мы нет. рядом друг с другом. Так, а где на улице? Тут не так уж много и места, да, День? О, есть! А, нет, нет. Вы что друг друга мочите постоянно? Потому что путают, не видят, что с оружием сидят люди. Да не, он бегает что-то в темноте, там оружие у него где-то, он походу с пистолетом бегает, у него нечего оружия. О, нашли. Отлично, а где он был, расскажи. Он, короче, где конец водопада. Вот где конец водопада. Водопад сбивает этот кино, поэтому я вот так сел, и мне там было очень сложно заметить. Офигеть, смотрите, ну реально прям жестко. Так, ну что, кто у нас последний? Саня Лисенек и Пингвинус еще. Еще двое. А еще двое? Я упал с карты. Ну все. А ну, все получается, я выиграл. Ну да. Я знаю, ты сидел на этот, на бортике карту тут, да? Да. Я тебя увидел этот, одним краешком, там на записи видно было, как твоя тень была. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще камуфляжных пряток, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.